Всех приветствую! Обязательно подписывайтесь на канал. Это канал «Владелец аквариума» и меня зовут Дима. Кто не знает, познакомимся. Кто знает, еще раз здрасте. Значит так, 5-литровый аквариум обрел новую жизнь. Вчера сделал подмену, выкинул камни лишние, выкинул водоросли, помыл грунт. Вот видите, чистенький он. Поубирал там кое-какие обрастания. Вот. Неделя пройдет, посмотрим, как будет. Буду приводить в порядок. Тут 4 креветки сейчас живет красных. Больше нету. Вот. Что сделал? Значит, на заборную трубку этого мини-фильтра поставил губку. И в самом фильтре тоже губку заменил. Все. Ну и это вот выглядеть будет сейчас вот так. Красиво. Буцефаландра какая, не знаю, но я думаю, что придет в порядок и будет все хорошо. Вот, как-то так. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, лайки. Всего хорошего.